Группа, состоящая из 7 человек, проукраинских активистов, провела в среду акцию протеста, приковав себя наручниками к ограждению здания посольства России в Праге. Прибывшим на место полицейским пришлось использовать специальные кусачки, чтобы освободить демонстрантов и доставить их в отделение. Перед тем, как приковать себя, активисты из движения «Омен» в составе 5 мужчин и 2 девушек, раздевшись по пояс, развесили на том же заборе плакаты с надписями «Путин – вождь тюремщик», «Оккупант – убийца», «Оружие Украине», «Не хотим новый Мюнхен». Также активисты передали письмо российскому послу в Чехии Сергею Киселеву. В нем они призывали дипломата приложить все усилия, чтобы остановить насилие в Украине. В частности, в письме говорится: «Мы знаем, что это наивно. Вы, как дипломат, конечно же, защищаете официальную позицию своего правительства. Мы не хотим играть в обходительность, при которой вещи не будут названы своими именами и прикидываться слепыми, как это делает чешский президент и другие политики».